В Уфе впервые проводится городской конкурс театральных коллективов среди общеобразовательных учреждений «Золотая маска». Конкурс проводится в двух возрастных категориях. Это средняя с 10 до 12 и старшая с 13 до 16 лет. Сказка «Храбрый петух». Как он нас победил, храбрый вышел нам навстречу, притворился львом, и мы убежали. Почему петух победил? Потому что он храбрый. Петух вот из нашей сказки, он был не только добрым, он был не только храбрым, но он был и только хитрым, потому что, вот я добавлю, всегда нужно при себе иметь какой-нибудь нужную козырь. На сегодняшний день у нас 16 коллективов со всех абсолютно районов города Уфы. Это получается около 200 детей. Вы знаете, номинации мы примерно определили, которые указали в положении, но, тем не менее, всегда возникают какие-то изюминки, какие-то звездные моменты в процессе конкурса, поэтому мы оставили за собой право в процессе какие-то номинации еще присвоить коллективу. Такая маленькая отважная девочка, которая отправилась за своим каем, она не побоялась только преград, испытаний, она прошла все это ради своего любимого брата. Для нас даже не важна победа, просто нам нравится выходить на сцену и показывать свое творчество людям.